Анна нередко выглядит неузнаваемой в новом образе. Накануне 47-летняя оперная дива предстала перед публикой со светлыми волосами. Поклонники сначала решили, что новый цвет шевелюры артистки – это неудачный эксперимент. Мол, хотела перекраситься в блондинку, но вышла неудачной, она стала выглядеть поседевшей. Анна, вы красавица, но этот цвет волос и данный образ вам не идут. Не узнала своего кумира, мастерское перевоплощение, совсем другая, с темным цветом было эффектнее, пишут Анне фанаты. Нетребко же успокоила поклонников, на ней парик, надетый для репетиции оперы «Сила судьбы» Джузеппе Верди. Уже совсем-совсем скоро в Ковент-Гардене состоится премьера постановки Кристофа Лоя. 21 марта Анна выйдет на сцену Королевской оперы в образе Леоноры, дочери маркиза Калутрава. Партнером российской артистки станет Яна Скауфман? Нет, в блондинку я не перекрасилась. Это сценический образ и, конечно, я понимаю, что со своими волосами мне лучше, но это моя работа, оправдалась Анна. Так что поклонникам не из-за чего переживать.